Чемпионат красоты. Так можно назвать всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, которые прошли в Чебоксарах. На праздник олимпийских надежд съехались 200 детских команд из разных уголков России. Хозяева соревнований были представлены 15 командами из столицы Чувашии. Фитнес-аэробика прочно завоевала свое место среди обязательных видов спорта. Неудивительно, эта дисциплина красива, доступна, а главное, очень эффективна в борьбе за сильное и стройное тело. Детям занятия фитнес-аэробикой помогают сформировать мышечный корсет, а в будущем здоровый позвоночник. Кроме того, это полезно для общего тонуса. Есть такая фраза, детки: здоровье в порядке. Занимавшиеся в детстве спортом могут рассказать о том, как регулярные занятия дисциплинируют, воспитывают волю и упорство и в конечном итоге помогают стать успешными людьми. Здорово, что она происходит на территории Чувашской Республики. И надо отдать должное Оксане Вербиной, которая своим примером заражает все больше и больше наших девчонок, мальчишек, чтобы они занимались этим видом спорта. Я уверен, что мы сегодня уже в республике имеем около 40% занимающихся физкультурой и спортом. Вот эти чемпионаты нам позволят, что все больше и больше населения Чувашской Республики будет заниматься физкультурой и спортом, то есть будет здоровым, здоровым, здоровым. И в перспективе здорового Чуваши вперед. Личного, значит, возраста, и это важно на сегодняшний день. Поэтому, как представитель Совета отцов, я хочу сказать, оказать поддержку. И наша компания «Отдел Финстрой» оказала эту поддержку в рамках сладких призов. Поэтому это очень важно, чтобы дети лучше пускай находятся здесь, в зале, нежели где-то на улице, чтобы, скажу так, не оставалось у них дури в голове, чтобы свою энергетику они оставляли именно на спортивных площадках республики, страны и даже, может быть, мировых площадках. Места присуждались по нескольким возрастным категориям, по двум дисциплинам – фитнес и аэробика. У Чувашии в конечном итоге 5 призовых мест. –